Сегодня особый день, друзья, когда нужно обратиться за помощью к Матронушке Московской. Я вам показывала вот эту книгу. Я всегда обращаюсь к Матронушке. Я очень верю в эту святую. Ее обращение к Богу всегда добудет наши возгласы до услышания и принимаются необходимые меры и помощь для нас. Вот. Сегодня такой вот день. Сегодня 5 число, 5 октября, день Матронушки Великой. Не будет ни за что смотреть. Еще у нас скоро. Чему золотинка, тому колесь. Вот Стефана вам своего показываю. Вот смотрите, где он сидит. Возле моей подушечки. Вот всегда вот так ложится. А потом пробирается ко мне. Да ты мой золотиночка, да ты мой вкуснятинка. И вот так вот сюда пробирается. Да ты мой бабочка, ты мой вкусненький. Ведь он такой. Вот я такой. Я такой сладюська, да? Ты сладюська. Ты мой мышонок, вкусненький скворчонок. А, Стефанюшка. Ой, вот он еще у нас, какой хвост. Да, мы такие. Мы такие. Мы красивые. Вот какие. Такой золотой. Лапочка мой, вкусненький. Ну, ты мой сладенький пушонок, да пусечка моя. Мой, мое чудо, мое, мое любимое чудо, мое, мое. Вот оно мое, мое такое красивое, любимое, вкусненькое, да. Сладенький. Как он знает камеру, вы не представляете. Вот вы знаете, он отворачивается, Стефанюша. Знает, что снимает. Вот какая мамка. Снимает тебе. Это ты моя любовь. Моё, моё, да. Вот такая. Вот такая. Вот такая красавица. Вот так нежимся. А вы что, не знаете, кто мы так можем играться? Мы всяко можем играться. Да ты мой лапочка. У вас красота. Так, ну, вкусняшки покушали, нам еще надо вкусняшку. Нам недостаточно, нам надо побольше. Да ты мой золотой, Стефан. Красота моя. А, красота моя любимая, нежность моя. Любит, любит, любит ласкаться. Вот так вот всяко делает, играется. Вот, вот он мой золотой. Ну, вот так всяко может. Стефанюшка, да ты моя любимица, да ты моя любовь. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот такая вот прекрасная, прекрасная осица. Ну, покажу вам цветочки свои. Вот такая вот осень. Наслаждение, просто чудо. Мои бусики. Смотрите, какая листва. Ну не чудо ли? Красота, правда ведь? Так что показываю для вас. Благослови всех Господь Бог, да счастья, здоровья, блага, всего самого-самого наилучшего. Пусть на планете всем детям, всем взрослым будет благо. Аминь. Ради великого Господа Бога. Аминь.